В минувшие выходные прошел очередной сеанс кино в театре. За 8 лет существования проект поддержали более 100 тысяч зрителей. Программу первого мартовского показа составило не только кино. Артисты поздравили курянок с Международным женским днем. Перед киносеансом еще раз вспомнили Олимпиаду и Паралимпиаду в Сочи. Зрители увидели трейлеры новинок сезона, а после и сам фильм, а российскую спортивную драму «Чемпионы». Нам очень нравится. И фильмы очень хорошие показывают. Не так, как по телевизору. Широкоэкранный все-таки. Подробнее об этом, а также о других новинках и ожидаемых премьерах киноиндустрии смотрите сразу после выпуска событий дня в программе «Большой экран».